Сегодня в Москве выпал первый, скажем так, реальный снег днем. До этого был снежок у нас дня, наверное, два назад. С утра выпал, быстро растаял, и ничего не было видно. А сегодня днем прям-таки валило. Вот, конечно, он сразу и таял, но тем не менее так груды такого снега или напыления такие снежные были обозначены. Вот, и дождь сегодня лил, и снег крупал. Вот сейчас до сих пор тоже, конечно, крупы падает, хотя небо уже, скажем так, начало в очередной раз просветляться, но не первый раз сегодня. Погода сегодня крайне неустойчивая в этом плане, обещали вплоть до штормового предупреждения. Вот, но тем не менее, вот сейчас к вечеру развеялось, ветра особенного нету. И не скажу, что потеплело, но во всяком случае не похолодало. Осень вступила в свои права такие уже, с намеками на ближайшую зиму. Сегодня еще был праздник Курбан-Байрам мусульманский. Вот, и по телевизору показали, как люди, пришедшие туда к мечети московской, в 6 часам утра испытали очень много погодных неурядиц в связи с этим.